Сказка о ветре и ребятах. Давным-давно жили-были ребята. Играли они перед храмом, что был на окраине деревни. Однажды подошел к ним незнакомец, да молвил: «Ребята, не хотите поиграть в саду, где растут каштаны, хурма и груши?» Голодные детишки радостно закричали: «Хотим, хотим! Отведите нас туда поскорее!» В ту же секунду у незнакомца из-за спины появилось что-то похожее на хвост. «Что ж, садитесь сверху и держитесь покрепче, чтобы не упасть. Хорошо? Все уселись?» «Угу! Сели, сели!» – хором ответили дети. С грохотом подул теплый ветер, и в мгновение ока очутились они в саду, полном каштанов, хурмы и груш. «Вот так, вот так! Сейчас я помогу вам их достать!» И вновь незнакомец с грохотом вызвал теплый ветер, из деревьев посыпались фрукты. «Ура! Спасибо!» Начали дети радостно кушать. Вскоре наступил вечер, и незнакомец внезапно молвил беспокойным голосом: «Мне нужно немедленно уйти по делам. Возвращайтесь домой сами». И, вызвав теплый ветер, незнакомец куда-то улетел. Растерялись брошенные дети. «Нам сказали возвращаться. Но как же мы вернемся?» «Наша деревня. Где же она?» «Мне кажется, мы прилетели вон оттуда». «Ну, давайте пойдем туда». И пошли дети в направлении, откуда прилетели. Но вскоре начало смеркаться. «Я хочу скорее домой!» «Холодно и страшно!» Девочки, плача, следовали за мальчиками. «Не плачьте, а то придет лиса плутовка и обманет нас!» Детишки шли, взявшись за руки, и вдруг увидели вдалеке тусклый огонек в окне дома. «Ура! Это дом! Дом!» Детишки вбежали в дом. Внутри была толстая старуха. «Ох, откуда же вы пришли?» «Мы пришли с незнакомым дядей, прокатившись на ветре. И он дал нам покушать много каштанов, хурмы и груш. Но дядя оставил нас и улетел куда-то вместе с ветром. Мы хотим домой». «Вот как, вот как! Это явно был мой сынок, Южный Ветер. Мне жаль, что он так плохо с вами обошелся. В качестве извинения я попрошу моего другого сына, Северного Ветра, отправить вас домой», — сказала так бабушка и разбудила спящего в соседней комнате сына Северного Ветра. «Ну же, вставай! Проводи этих детишек домой!» И тогда Северный Ветер молвил, потирая сонные глаза: «Давайте, садитесь на спину поскорее». И выросло у него из-за спины что-то, подобно длинному хвосту, совсем как у Южного Ветра. Детишки залезли верхом, и с грохотом задул прохладный ветер, который довез их до храма в деревне. «Что ж, приходите снова поиграть», — сказал так Северный Ветер, и вместе с грохотом вернулся домой. Конец.